Вновь все высокорослые защитники Тамбова в чужой штрафной. Во вратарской вообще сутолка. Разбегается Сорокин. Навесная передача. Чесовский удар. Гол! Потрясающий гол Андрея Чесовских. Блестящий удар с развороту. Точно под перекладину. И счет на табло становится 4-0. Валерий Сорокин навесил с углового. И Андрей Чесовских вогнал мяч в сетку. Замена Андрея Талалаева сработала. Вот о чем мы говорили. Чесовских вышел на эту игру с установкой, что нужно забить еще один гол. Валерий Сорокин прекрасно навесил ему, помог в этом. И Чесовских просто с лету великолепным ударом отправил мяч в сетку Александра Саутина.